Сургуте прошло творческое мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Арт-движ. Вместе под одним солнцем». Проводят его в рамках проекта «Арт-наставники. Вдохновлять искусством, вдохновляться добром». При грантовой поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Проект создан для того, чтобы научить волонтеров-школьников коммуникации с особенными детьми и попытаться раскрыть их таланты. Ученики работают в качестве сторонних контактных лиц и тьюторов, создавая условия для комфортного общения и продуктивного контакта с посторонними. Программы разные. Театральное мастерство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, лепка из глины, хореография. Мы обучили порядка 100 волонтеров-школьников работе с детьми с особыми потребностями. Часть из этих детей по собственному желанию вошли в программы дополнительного образования как тьюторы, наставники детей данной категории. Сегодня это такой первый выход большинства из них, тех ребят, которые обучались. Вы заметите, ребят в красных куртках, это наставники, которые сегодня работают и организуют вместе с педагогами дополнительного образования нашего учреждения мастер-классы. Обучение школьников идет 3 дня. По истечению этого времени ученикам выдают сертификаты о прохождении курса. И они готовы работать с детьми с ОВЗ. Как отмечают волонтеры, малыши с особенностями развития, активные и веселые, им также интересно выступать на сцене, а готовятся они к этому очень ответственно. Безусловно, им нужна помощь, потому юные наставники всегда находятся рядом и подсказывают детям за кулисами. На этом мероприятии я и выхожу как тьютор. Я сопровождаю детей на концертной программе. Мы участвуем, помогаем им выходить на сцене и проводим с ними программу. Нам, в общем, рассказывали о нозологиях, а также проводили практику. Нам надо было пообщаться с ребенком, например. Это был один из членов команды, и мы должны были угадать, сколько ему лет, какая у него нозология, и также какие у него проблемы. К ним просто нужно больше внимания и понимания, скорее всего. Также они очень активны, похожи, как и все другие дети.